Ну поехали, девчонки, давайте уже по 50 и погнали. У нас сегодня с девочками праздник, мы в ресторан ученых собрались. Мы подходили, денег шмотки разных, а то пройдет и не заметишь жизнь. Подруга Светка, замужем 3 года, я ж все никак туда не напрошусь. А Машка ждет 4-го парада, и всем послал для Светки красное вино. И музыкантам денег кинул в шапку, а Света сам девки полное кино. А этот Машу пригласил на танец, сам прячет обручальное кольцо. А я опять одна, и все, что мне осталось, и к Светке давно одно лицо. Добрым девочки, да, утра, да, Ивочки, тарелочки, черная икра. Мальчики, сегодня что женского повнимания. Загуляем, девочки, с ночи до утра. Девки, вы не танцуете, давай. Это девочки не могут сами вливать, мальчики. Девочки сидят с мальчиком за закуской, за черной игрой, и все, что к ней прилагается. А вот она сидит такой невзрачный, и пиджачок, и нас течет в гору. Но после 3-й все пойдет иначе.